Хорошо, помогите! Этот чертов снайпер меня убьет! Так, в яму, спрятался в яму! Быстро перебегаю! Так, здесь что-то есть! Здесь, как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и сегодня мы будем продолжать троллить друг друга в Майнкрафте. Да-да-да, ребята, всем привет, и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга, и у нас почему-то идет снег, да, Эдисон, почему? 1 июня, пожалуйста, снег, я не знаю, ребята, но суть в том, что ставьте обязательно лайки прямо сейчас на вот этот видос, если хотите новую серию троллинга, если хотите, чтобы она вышла как можно быстрее. Поэтому лайки и новая серия, а мы побежали. А вот я с тобой даже согласен, а поехали, поехали, поехали. Итак, друзья, я уже все построил и готов вам, конечно же, все показать. И хочется сказать, что мы совсем недавно, ребята, приехали из Питера. Мы туда ездили на Витфест и вообще собираемся туда через месяц уже полностью вместе с Эдисоном переезжать, если вы не в курсе. Хотя, наверное, вы уже в курсе. В общем-то, ребята, если вы смотрели влог на моем втором канале или на втором канале Эдисона, то вы знаете, что в Питере мы заказывали суши. Да. А суши эти были такие огромные. Они были, конечно, вкусные, но такие огромные, что у нас просто от них тошнило, когда мы их съели. В них столько было соуса, короче, ужас. И знаете, Эдисону понравились эти суши, и почему бы не впихнуть эти суши в троллинг? Да-да-да, ребята, в моем троллинге Эдисон пойдет в ресторан суши, где ему нужно будет купить суши, а потом их схавать, а потом начнут происходить очень-очень странные вещи. Вот, и, ребята, не забудьте поставить лайк, потому что троллинг мы снимаем только благодаря вашей поддержке. Это та рубрика, которая вообще снимается только благодаря вам, потому что мы ее уже снимаем с декабря месяца. Сколько мы ее уже снимаем, вы сами можете посчитать. Поэтому, если мы набираем 15 человек под этой серией, то выходит новая серия, а если не набираем, то она больше никогда и не выйдет. Поэтому ставьте лайкусики и погнали. Я готов, я Эдисон, подожди, что это за Гарри Поттеры? Это не Гарри Поттеры. Ну ты поймешь, Эдисон. Я тебе так скажу, Эдисон. Вот если люди смотрели наши влоги на втором канале, то знают, что мы в Питере заказывали суши. Они нам очень понравились. Они такие, бля, огромные, вкусные, что у нас прям с Эдисоном чуть не стошнило. Да. Вот, Эдисон, я хочу тебе сказать, что мы сейчас находимся в Питере, и здесь ничего, кроме суши, вообще нельзя покушать. Поэтому ты очень хочешь суши, и ты очень хочешь... Почему? А пиццу, пиццу? Ну, пицца такое. Вот смотри, видишь, вку огромные суши, вот, вку огромные суши. Вот. Вку огромные. Тебе нужно сюда попасть и приобрести себе суши, но для этого тебе нужно найти карточку. Можешь спросить у япончика, может, япончик тебе подскажет, где карточку найти. Япончик может подскажет, где карточку найти? Да, там япончик с другой стороны. Да я вижу, но... Мне кажется, если я его спрошу, он меня начнет бить. Ну, можешь, в принципе, не бить. Может, не бить япончика. Да, со своими двумя палочками. Ой-ой-ой, Жека. Ага, понятно, понятно. В геймоде, то есть, проходим карту. Эдисон, короче, я тебе дам подсказочку. Чё за... Эдисон, чтобы убить этого япончика, ты, короче... Да я его уже убил. Да не. Да-да. Ты его не убил. Вот, я его убил. Да не, он сейчас зареспавится, не переживай. Ага, короче, ну, чтобы убить япончика и забрать у него карточку, тебе нужно найти две ножевые плиты. Во-первых, с одним эффектом, а во-вторых, чтобы получить себе оружие, которым ты будешь фигачиться. Так что пробуй. Пробуй, Эдуардо Перетьяно, пробуй. Но только очень осторожно пробуй, точно очень осторожно. Ой, ты уже... Ты сразу нашел? Офигеть! Да, я сразу катану нашел. Нифига себе. Так, осталось тебе найти один эффект, чтобы его догнать, а то он очень быстрый, этот япончик. Да в смысле быстрый? Ну как бы так его могу убить? Ну попробуй так, хорошо, попробуй, конечно, попробуй. Попробуй. Что-то странное происходит, когда я пытался его убить, он от меня убегал, как угорел. Да как? Как ты это сделал? Ладно, ладно, бери карточку. А подожди, а мне просто интересно, а где эффект, да? Вот... Вот мне почему-то кажется, вот тут. Эх, нет, не тут. Нет, япончики меня убили. А где был эффект? Да, я не помню. А, его там вообще нету, ребята. Вот я хотел обмануть. Да нет, на самом деле есть. Короче, Эдисон, заходи, быстрее. Ну, ты ж... Да, сейчас, минуточку, подожди, я тут развлекаюсь как бы, не? Заходи, так, суши, да? Да. Подожди. Вот, заходи, Эдисон. Но только очень осторожно. Заходи быстрее, бери суши из сундуков, пока тебя не съели рыбы. Быстрее, Эдисон. Это акулы какие-то. Да, Эдисон, быстрее, бери. Тебе нужно брать все суши. Давай быстрее. Да, они не берутся. Давай, хотя бы немного, давай, ты можешь их убивать, да, бегай. Да пошли сразу. Давай.
Тут захватили просто суши, нападают на тебя. Я вижу. Живые суши. Давай, Эдисон, да давай. Я не могу нафиг взять, они меня загнали в угол. Да ты их можешь убить, Эдисон, я тебе правда говорю. Да я понимаю, то, что мне респавится, конечно, каждую секунду я могу сделать. Каждые 6 секунд. Эдисон, забери хотя бы так немножечко суши, чтобы у тебя... Я забрал, все, ну хватит. Все, давай. Пока что не съедай. Сюда, Эдисон, сюда, забирайся быстрее. Быстрее. Пока тебя рыбы не съели, эти поганые, давай, быстрее. Быстрее. Эдисон, давай. Так, все, молодец, Эдисон, короче. Короче, мне кажется, что ты очень проголодался, и тебе нужно схавать эти суши. Так не считаешь? Ну, такое, если честно. Ну, короче... Немного. Хавай суши, ты хаваешь, да? Ну, типа ты хаваешь, да, суши? Ой, Эдисон. Фу, а что такое, Кажется, эти суши были какие-то отравленные. Да я и тогда понял, а что делать? А знаешь, в чем прикол? Ну. Это мафия Якудза захватила Петербург, понимаешь? И тут все суши отравлены! Эдисон, быстрее, беги! Эдисон, быстрее, Якудза нападают, Эдисон! Срочно беги сюда! Эдисон, я тебе помогу, Эдисон! Я правильно бегу? Нет, беги, ищи проходы! Ищи скрытые проходы, а то Якудза... Я ничего не вижу! Так понятно, что ты ничего не видишь, Эдисон, ищи проходы, Якудза тебя кокнут! Якудза тебя кокнут, быстрее! Могу? Нет, можешь попробовать, но вряд ли у тебя получится, поэтому, Эдисон, беги. Как они меня заколебали? Эдисон, я тебе помогу. У меня и так садится. Эдисон, быстрее сюда. Сюда, быстрее. Вот, прыгай в дырку, они за тобой уже прыгают, Эдисон. Какую дырку? Эдисон, сюда. Эдисон. Где я? Беги срочно, отвлекутся они за тобой. Эдисон, беги. Все. Быстрее, Эдисон. Так, отлично. Так, ты здесь, все хорошо. Бабочки всякие поганые. Так, сюда. Ой. Ой, Эдисон. Ты с этими дебилами, это честное слово. Где? Ни хрена не понимаю, что мне куда-то пешут, потом опять куда-то кто-то бьет. Это все поганые якудзы, я тут не могу поделать. Я вообще не понимаю, что происходит, честное слово. Ты не торопись, тебе нужно найти карточку, и тебе нужно найти, так сказать, понимаешь, молочко тебе уже не нужно, потому что тебя уже, видимо, отпустило. Нет, видимо, не отпустило. Да, я нашел молочко, нашел. Эйсон, теперь тебе нужно найти карточку от этой двери. О, если меня тпхнет, я тебе сдаю свое слово, я больше проходить не буду. Будешь меня сам тпхать обратно. Я манал этих сраных якудза. Опа, нифига ты, угадал. А правда, у тебя была уже карточка? Ладно. Ну да ничего страшного. Так, Китай-город. Все, Китай-город, и здесь живет... Мы не в Москве, подожди, мы не в Москве. Какой Китай-город? Эдисон, Китай-город есть и в Питере. Нету, мы там ни разу не были. На самом деле, это я все построил. Я, самое главное, босс мафии якудзы. Иди сюда. Ты понимаешь, Эдисон, ты допустил огромную ошибку. Где ты там спрятался? Отстань от меня! Ты допустил огромную ошибку. А ну признавайся, это ты не доел суши дома, ты не доел! Я не доел, потому что ты поганый, не хочу я твои суши хавать. Понимаете, он купил суши, да? Купил суши и не доел. А за это в Питере карается, как бы, знаешь, мафия якудзы, она... карается очень нестандартно. Вот таким вот образом она тебя будет карать. У нас есть собственный сутенер Ибрагим, который будет тебя бить до конца твоей жизни. Оставайся тут. Не, вряд ли до конца. Вот, хотел бы я посмотреть, как ты бы вот эти суши доела, чтобы тебя стошнило. Жека, у тебя сегодня будет миссия всей твоей жизни, я тебе так скажу. Сфоткаться с Сергеем Дружко. Я уже сфоткался с Сергеем Дружко. Ну как бы мы отправились в прошлом. Мы сейчас на Витфесте, понимаешь? Я понял. Давай. Так, а уже как... Ага. Какие-то у вас мухи летают на Витфесте. А я тут причем не организовывал. Ай! Эдисон, как так, Жека, это подписчики! Подписчики? Подписчики! Я бью подписчиков! Да. Не надо бить подписчиков, вообще подписчиков не трогай. Ну, забудь то, что ты можешь бить. Подписчики! Вот уже минус 3 подписчика у тебя, потому что ты их кокнул. Да я их не кукнул, вон они стоят. Я знаю, куда мне нужно бежать. Как бы на Битфесте мы убегали в туалет от подписчиков. Мне нужно найти туалет. Срочно нужно найти туалет. Тут туалета нет. Так, пробежал. Так, молодец. Тебе нужно найти карточку и нужно найти дверь. Ага. Знаешь, как... Так, а как это так?
жертвы, понимаешь? А, вижу, вижу, я вижу, только тыкнуть не могу. Ага, все, тыкнул. Чё, мне бить подписчиков? Я тебе больше скажу. Ты двух подписчиков убить надо уже. Они и так я не буду этого делать, я не буду Да, я понимаю, но ты как бы изначально стукнул своих подписчиков, это уже не подписчики, это уже хейтеры. Вот эти двое, это уже твои хейтеры, Жека. Ну ладно, если, да я не да пройти не могу, мне какой-то третьего еще придется кокнуть. Пошел в жопу. О, а вот это как раз таки твой подписчик. Да ладно, он тоже хейтер, меня не пропускал меня. Я, короче, я понял, это хейтеры, которые стучались нам в туалет. А-а-а, они респавнятся еще. Это бессмертные хейтеры, бессмертные. Да это что, куда мне идти, я не знаю, ничего не понимаю. Ищи что-то. А, понял. Так, ага, как? Ой, а что делать, я не знаю. Заперли! А зачем ты туда прыгал вообще? Я думал, там какие-то дальше проходы будут, но здесь помоги. Первый и последний раз. Хорошо, так, ага, карточку дай мне, куда мне совывать карточку? Жопу себе засунь карточку, но двери нужно как бы найти, я тебе уже говорил. А где-то здесь или где-то вот там, где нас оружие? Ну, да, там же выделяются блоки, ну просто тебе нужно глаза. А, вот это, да? Да хватит мне бить уже выделяющиеся, господа. Тут ну три вот. Блока выделяется, ну. Ну вот выделяется, вот я вижу. Да, ну значит там ничего нету, значит еще один блок найди, который выделяется! Да вот, вот вижу, ага, все. Все, ура, ура! Так это что это? Да! Это что, Даст 2 на 2? Иди сюда, иди сюда! Убили! Эдисон убил! Кен какой-то! Ставим спанпойнт, да, я его поставил. Так, Жека, это Даст 2. Ребята, кто не знает, мы с Жекой на начале... Ты снайпера, говнюк! Мы с Жекой на начале битфеста, у нас было два турнира. На первом турнире мы играли друг против друга, я там Жеку вдрючил. Поэтому... Да у него, я просто понабрал как бы девочек, чтобы было, ну, поинтереснее играть, как бы, да? Да. Они просто рачили. Да, в этот раз тебе нужно меня победить. Тебе, наверное, нельзя залазить никуда. Хорошо, помогите! Это чертов снайпер меня убьет! Так, в яму, спрятался в яму! Быстро перебегаю! Так, здесь что-то есть! Здесь, ты сам это проходил? Это вообще реально? Да, я проходил. Так же, как своими сраными якутами. Взял! Так, а перед... патронов-то нету, зашибись. Ну вот, еще один ящик, который выделяется. Так, подожди, я не вижу, который еще выделяется. С какой стороны? В яму, даст два, в яму! Там сможешь посмотреть, в яму, где выделяется. Не вижу, где выделяется. Понятно, прикольно, я. Ну тут где-то выделяется, ну вот где-то вот тут выделяется. Да я вижу, все, нашел. Все, молодец, давай. Теперь самая главная проблема. Я и тут даже вентиляторы уберу, давай. А, собака! Ну. Я не могу. Жека, мы сейчас щиты будем. Все, отлично. Забрал? Да. Молодец. О, наконец-то, давай, прыгай яму, нужно меня убить, нужно меня убить. Я тебя сейчас и так убью. Давай, падла. Чё, хочешь драться, да? Давай! Это косожопа, я прям даже уходить не буду, тут буду стоять. Даже прицелился не буду, так. Умри! Я тебя прям уже хедшотов 20 пробил, куда еще? Все, у меня патроны закончились эти. Надо еще где-то патроны. Да иди ты в жопу, Эдисон, не буду искать больше патронов. Ну хорошо, Жек, я тебе открою секрет, тут вообще никак нельзя пройти. Просто это намек на то, что ты меня никак не сможешь победить. Понятно. Можешь дальше играть, я все равно выиграю. Поэтому, Джека, я тебя тпхаю на следующее задание. Ты никак бы и так не следующее задание? Да, ну вот финальное, тут уже дружко как бы у нас будет. Понятно. В общем, ты где? Я уже умер, просто. Жека, тут у нас есть 10 охранников. 10, да? В конце сидит Дружко. Охранники тебя пропустят только если узнаешь, что ты истинный фанат Дружко. Поэтому, есть 10 охранников, тебе нужно сказать 10 фраз, чтобы тебя... 10 коронных фраз Дружко, понимаешь? Сильное заявление. Хорошо, минус один охранник. Один понял то, что ты реальный. Хайпаем немножечко. Хорошо, второй охранник. Дальше. Изи. Третий охранник, хорошо, еще 7 охранников. Так, сейчас подожди, надо вспоминать. Но это уже сказал, необъяснимо. А, ну необъяснимо, но факт, да. Ну, как бы его самое популярное, ну, давай да, дальше. Да, подожди, сейчас. У них нет мозга. Хорошо, давай дальше. Блин, это ёкарный бабай. Ну.
Сейчас. Продолжаем хайпить, ёкарный бабай, давай. Да. Еще четыре. Сложно, капец. Сейчас. Во всем виноват Навальный. Да, ну хорошо. Это не коронная, конечно, фраза, но просто фраза. Да, давай. Так. А, типа, топлю за Нави. А, нет, топлю за ВП, да. Топлю за ВП, давай, еще два охранника. Ну зачем ты идешь? Да я и думал, блядь, там его нету, прям за углом выскочил. Еще два охранника. Объяснить этот факт действительно невозможно. Ну, хорошо, допустим. Так, последний, да? Так, а, да, приправим лайками. Кто не понял? Я не понял. Кто не понял? Я. Так, хорошо, я его убираю. Жека, давай, дружко. Фоточка. В смысле фоточка? А, камера. Камера. Жек, ты камеру на начале забыл. На начале троллинга забыл камеру. Иди в жопу. Она, ну давай, быстро, обратно, давай. Давай. Ну ладно, возвращайся, я пожалею, я тебе свою там. Ой, иду. Давай. Так, давай. Все. Все, ты можешь, в принципе, фоткался? Да, сфоткался. Молодец. О, Жека. Подожди. Жека, тебя подписчики нашли, Жека, Где туалет? До свидания! Кирилла, кусок. Нельзя своих подписчиков убегать, Жека, нельзя так, понимаешь? Подписчики тебя дойдут, быстро. Куда, что? Отстаньте! Я ухожу, помогите! Нельзя уходить! Убегаю! До свидания, друзья, вы были хорошими подписчиками. На самом деле, успокойся, я ничего не буду делать с тобой в этой серии. Я подумал, что мы и так настрадали Жека и Давид Песни, поэтому я решил первый раз в троллинге пожалеть Жеку и даже его не убивать. Просто мы закончим вот так, на такой хорошей ноте. Да, без перерыв с подписчиками, бородатый ребенок, нормально. А ну как бы подписчиков не выбирают, понимаешь? А, ну ладно. Поэтому мы заканчиваем наш троллинг вот тут возле подписчиков, так же, как и на Витфесте, целый день 24/7. Мы были с подписчиками. Ага, то есть Жека не хочет фоткаться с подписчиками. Жека убегает от подписчиков! Помогите! А я все же сфоткаюсь. Ребята, наверное, мы уже будем заканчивать. Я полечу на центр, скажу большое спасибо за просмотр. Жека. Да, ребята, не забывайте ставить лайки. 15 тысяч лайков под нашими двумя видосами. Выходит новая серия троллинга. Как бы все зависит только от вас. Поэтому, ребята, ставьте лайки и большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. До свидания.